Вакансия «Строй и живи» не только в Ленинградской области, но и для работы удаленно. Об этом поговорим сегодня. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Александр, и я вас приветствую на проекте «Строй и живи». Сегодня хотелось бы обозначить те вакансии, которые есть у меня в компании в Ленинградской области и для работы удаленно. Начну сверху вниз. Мне срочно требуется опытный директор по строительству, то есть человек, который будет управлять инженерами ПТО, прорабами, бригадами в Ленинградской области. Объем работы по итогу 2019 года максимум было 40 объектов. Предполагаю, и очень надеюсь, что в следующем году эта цифра увеличится в 1,5-2 раза. Поэтому нужен коммуникабельный человек, который способен организовать работу своих подчиненных, держать все это под своим личным контролем и оперативно принимать какие-то решения, связанные с логистикой, доставкой, устранением недостатков, потому что такое тоже бывает, сдача объектов, контроль за строительством, порядок на строительных площадках и так далее, и так далее, и так далее. В связке с отделом снабжения, с отделом проектирования и с отделом, конечно же, продаж. Вот, ну, требуется такой человек. Дальше, мне требуется как минимум 2 инженера ПТО, потому что существующий отдел ПТО уже не справляется с тем объемом, который на него возлагается. Ну, мы это лето мы пережили, и вот сейчас за зиму я планирую нарастить мышечную массу в своей команде и весной выступить уже с новыми силами, с наименьшим количеством проблем и авралов. Поэтому еще 2 инженера ПТО. Ну, я специально не раскрываю назначение и функционал этой должности, потому что, чтобы на нее клюнули именно те люди, которые знают, о чем речь. Дальше, мне нужны еще 2 прораба на стройку, то есть это возведение фундаментов, каркасов, кровель. Фундаментов не свайно-винтовых, железобетонных. Каркасы кровли в основном. Мне нужен будет прораб отдельно на внешнюю, внутреннюю отделку, не чистовую, черновую отделку. То есть это имитация бруса, гипсокартон, вагонки, вот эти вот все фасадные работы. Ну, утепление, пароизоляция, влаго-ветрозащита, изоплаты, вот эти все дела. И мне нужны менеджеры по продажам в отдел продаж для продаж наших услуг. То есть это фундаменты, каркасные дома, фахверковые дома и дома из газобетона, дома из клееного бруса. Если есть опыт в продажах этих технологий, хорошо. Если опыта работы в продажах именно загородного строительства нету, то это не беда. По большому счету, все те менеджеры, которые приходят ко мне в отдел продаж, они, ну, за последнее время никто из них опыта такого не имел. Они в основном приходят, ну, почему-то с банковской системы. И все работают достаточно хорошо. Я доволен работой своих менеджеров, в принципе, на все 100%. Но их просто не хватает. Их мало, и количество заявок увеличивается. Меня это радует. Особенно после последних видеороликов на нашем канале. Все это здорово. Надо усиливаться. Я прекрасно понимаю, что сейчас наступила зима. Сейчас время как раз-таки подачи заявок. Даже если вы планируете построиться весной, сейчас вы хотите сориентироваться для того, чтобы качественно отработать ваши заявки, потенциально наши дорогие клиенты и заказчики. Нам нужны мощные продавцы. Поэтому добро пожаловать и продавцам, то есть менеджерам по продажам. Ну и самое, это вот те лица, которые нам нужны в Ленинградской области. И самая большая у меня сейчас потребность, это, друзья, в проектировщик, которые будут разрабатывать конструктив, аэры, может быть, проектировщики инженерных коммуникаций, вентиляции, отопления, водопровод, электрика. Если есть специалисты в этом, то, пожалуйста, присылайте, в общем, всех, все, кто хотят устроиться на работу, первое, присылайте свое резюме нам на почту. Почта вот сейчас высветится здесь на экране. В теме обязательно напишите слово «вакансия». Объясню почему. Потому что менеджер, который будет принимать эти письма, она должна моментально определить, куда направить это письмо и его перенаправить. Для того, чтобы она не вычитывала вашу историю всей жизни из письма, а для того, чтобы она молниеносно приняла решение, куда его нужно переправить. То есть в теме письма вы пишете слово «вакансия», а второе слово пишете «должность, на которую претендуется инженер ПТО»,
директор по строительству, менеджер по продажам, проектировщик достаточно. Вот. Что касается проектировщиков, работа удаленная, то есть вы можете находиться в своем родном городе, работа только сдельная, вам выдадут тестовое задание, вы его выполните, руководитель отдела проектирования его проверит. Если у вас имеются какие-то первичные навыки в работе с программой ArchiCAD, мы проектируем только в этом. Соответственно, вы в дальнейшем, ну, в зависимости от своей подготовки, пройдете обучение по закрытой системе обучения, вот, которую разработал наш руководитель проектного отдела. У него обучение все построено, как у меня, на видеороликах. То есть получите огромное количество видеороликов, которые изучите по проектированию каркасных домов. И дальше уже ваша судьба будет определена. У нас в проектном отделе в данный момент работает порядка 40 проектировщиков, но каждую весну мы наступаем на одни и те же грабли, нам их категорически не хватает, поэтому решили еще до Нового года их набрать, протестировать, обучить, и тогда уже весной мы выйдем с новой ударной силой по проектированию в том числе. На этом, друзья, с роликом я заканчиваю. У меня все работники получают достойную сдельную оплату. Очень мало кто у меня находится на окладе. Все, кто перечислены, они все будут получать какой-то оклад и максимально возможную премию. Поэтому присылайте свои анкеты, пишите о себе. Но еще раз повторюсь, в теме письма должность и слово вакансия, потом должность. Все, жду ваши письма. Первых лиц, естественно, буду отбирать сам. Я про директора по строительству. До скорой встречи на собеседовании.